пятницу в Музее изобразительных искусств имени Белого открылась выставка картин киевского художника Павла Гузенко. Его работы ценятся не только в Украине, но и в России, Китае, Германии, США, Канаде и других странах. У почитателей импрессионизма в нашем городе будет возможность познакомиться с 66 работами. Второй раз у нас выставляется Павел Гузенко, киевский художник, и представляет свои небольшие работы, декоративные работы, живописные. Это холст, масло, выполненные в технике импрессионизма. Но художник не скрывает, что, собственно говоря, он создает эти работы как предметы декора. Своеобразная игра вот цвета, цвета создают образ. Если мы будем говорить, что акцентировать, что это только декоративность им присуща, это будет не совсем верно. Почему? Потому что во многих работах есть образ, есть настроение. И интересно, что этот образ формирует цвет и свет, то, что, собственно говоря, присуще импрессионизму. Надо сказать, что некоторые работы выполнены, взяты элементы, характерные для китайской акварельной живописи различных школ. Это их асимметричность, это намек на какой-то сюжет, растение. То есть это определенное чувство и такое тонкое проникновение в природу. Импрессионизм актуален в наше время и интересен нынешнему поколению. Нам сейчас не нужна вот голая застывшая истина, особенно молодому поколению. Молодое поколение находится в поиске, они сами пытаются открывать. Вот этим тенденциям и соответствуют его работы. Поэтому выставка, я думаю, будет интересна для различных поколений, особенно для почитателей импрессионизма. Посетители выставки с интересом знакомятся с работами художника. Выставка хорошая, интересная картина. Мне понравилось. Отличный жанр, очень интересный, красивый. Выставка будет проходить еще в течение нескольких недель. Каждый желающий сможет не только посмотреть картины, но и приобрести понравившееся полотно.